Компания Pfizer встретилась с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым, чтобы обсудить перспективы расширения сотрудничества. Мы очень благодарны, что вы нашли возможность приехать, вы проявили инициативу, как говорится, в новом формате, в новом качестве, в новой должности, чему мы очень рады. Pfizer – это американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Перед встречей гости побывали в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального, а также посетили музей, где познакомились с историей университета. Напомним, что в августе 2015 года состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между компанией Pfizer и Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Документ предполагал совместную работу в рамках проекта, направленного на развитие медицинской науки и практического здравоохранения в Республике Татарстан. Вообще фармацевтическая промышленность входит в число наиболее наукоемких отраслей. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов выдвинул свои идеи и предложения. Если мы с вами сделаем мониторирование, то, что называется сейчас еще digital medicine, цифровая медицина. То есть, когда мониторинг приема правильности, кратности, то есть начинаем еще из фармакогеномики, всех препаратов, например, берем компанию Pfizer. Мы смотрим на наших пациентов, которые к нам приписаны. Это может быть очень интересный и долгоиграющий проект. На встрече было предложено и создание базовой кафедры Pfizer в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также совместное развитие стратегии «Больше чем», которая была разработана компанией Pfizer для того, чтобы внести вклад в модернизацию системы здравоохранения России, снизить уровень смертности, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни россиян. Встреча завершилась на позитивной ноте. Гости отметили, что надеются на совместное развитие тех компетенций, которые есть в мире. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.